сюрприз. Каяфа видеть вас. Что привело тебя в столь ранний час? Сейчас не время медлить, Игемон. Здесь бунтовщик к тебе доставлен он. Не для тебя ли опасен он, Каиафа? Самозванец Христос — это враг Рима! Он назвал себя царем! Цезарю прямое оскорбление! Я не вижу причин сколь-нибудь веских для тебя, Каиафа, лично демонстрировать лояльность. Слишком мем от вопрос. Ну что ж... Раз для тебя вопрос не разрешим, придется нам направить дело в Рим. Постой! Попробуем на месте разобраться. Ты не призывал народ разрушить или поджечь? Разве я похож на слабоумного? Нет, ты не похож на слабоумного. Поклянись, что этого не было. Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? Ну, поклянись хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время. Ибо она висит на волоске, знай это. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо.
Отвечай, ты говорил когда-нибудь что-либо о великом кесаре? Да. Я сказал, что придет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой иной. Человек перейдет в царство, где вообще не будет на никакая власть. И настанет царство истины. Настанет гегемон. Что? Пошлем.